Лола, овсяная кашка с яблочками с корицей. Обалденный. Да, Лот? Вот это да, вот это вкусняха. Какие вкусные блины. У тебя в рот не входит уже. Вот решил доесть пудру. Закрывать пудру. Нельзя. Почему ты ешь рукой? Ну нет, нет, дорогая моя, так дело не пойдет. Нет. Бери ложку. Бери. Молодец. Да, ест лапундеры всеядные, мясо им тоже положено. Ест она его немного, любит в основном курицу и очень-очень любит рыбу. Прямо обожает. Все остальное, ну, иногда может быть. Вот видите, хорошо видно. Вот здесь в мешочках у нее сейчас каша. Сейчас она оттуда по чуть-чуть будет доставать и потихоньку есть. То есть она долго не хранит, там, она не целый день ходит с этой кашей. Сейчас, вот видите, она по чуть-чуть достает и ест. Жует кашу. Сейчас вот опять сейчас по чуть-чуть достанет и ест. А ложкой она только складывает вот в эти мешочки.
что, не окрошечный день? Лола, ты так и будешь сидеть с окрошкой в ложке? А у Лолы сейчас что? А что она любит больше всего на свете? Авокадо! Два, дайте два. Одного мало, дайте два. Ой, как вкусно, да, Лола?